Друзья, я всех приветствую. Вновь Фиат Мефистофель. Вернее, не собственной персоной, а только двигатель. Ох, и двигатель тут, конечно, мега сложный. Как вы видите, я нацеплял уже пружинки. Но сейчас обо всем по порядку. Помните, я обещал покрыть смывкой свечи. Я прокрасил клеммушки, начал наносить смывку, и у меня произошел такой эффект, знаете, как китайский чай, бумц, раскрывается. Хотя, может быть, и не знаете. Короче, у меня все проводки, так, ну не все, там через один тык-тык-тык-тык-тык поотваливались. Вот самих клемм. Было очень печально, очень громко я ругался. Оказывается, смывка, она как-то действует на резиновые провода. В общем, не повторяйте мои ошибки. Пришлось мне назад очень долго и нудно приклеивать клеммам эти провода. Естественно, клеммы начали от этого разрушаться, кое-где ломаться. В общем, держится все на честном слове. Не сказать, что получился идеальный результат. Один из проводков вот до сих пор торчит. Я еще боюсь пока его насаживать. Дальше была эпопея вот с этой планкой многострадальной. Короче, как я ее не пытался приклеить, она у меня всегда отваливалась. Не знаю, зачищал краску, вроде насаживал ровненько, все равно отваливалась. Насадил на суперклей. Все равно отвалилась у меня эта планка. В общем, насадил еще раз. Ну, думаю, держится. Начал крепить вот эти вот. Давайте с этой стороны, а то бесит меня этот провод, проводок отвалившийся. Начал крепить пружины, все было хорошо. Естественно, я понимал, что одно неловкое движение, пружина улетит, и я ее больше не найду. Улетало раз пять. Раз пять я лазил тут под столом раком, искал эти пружинки. Но не это самое страшное. В двух местах у меня сорвало верхние крышки, уже с одетыми пружинами. Причем один раз так интересно, она отскочила, лежала на столе, и рядом аккуратненько четыре пружиночки никуда не улетели, прям лежали на столе. Мистика, блин, мистика. В общем, пришлось мне эти крышки еще суперклеем проклеивать. Мой вам совет на будущее. Собирая вот этот движок, сразу используйте суперклей, чтобы все надежно и мощно держалось. Потому что тут буквально каждая деталь находится под очень сильным напряжением. И отвалиться может что-то в любой момент. Вот этот вот механизм у меня отваливался раза 3-4. Пока я уже не психанул на суперклей, его не залил прям, он не стал держаться. Вот такие вот мистические, дурацкие истории у меня для вас в начале этого выпуска. Сегодня хочется поработать, что-нибудь поделать уже с этим двигателем. Хотя я прекрасно понимаю, что даже в сегодняшней серии мы его не осилим, не закончим. Как прикипело-то, а? Опа. У нас, по сути, несколько вопросов. Вот эта вот трубка. Вы знаете, я никак не могу простить Италери, почему они сделали бежевые сюда трубочки. Смотрел и на оригиналах, смотрел и на моделях, на фотографиях. Они должны быть черные, причем с хомутиками. Я думал их красить, но вот сейчас подумал о другом. А что если мне порыться в моей проводке, в коробочке с проводкой, и найти черные аналогичные трубочки и одеть их? Может быть, в этом есть какой-то смысл, так что подумаем сегодня об этом. Сегодня хочу попробовать разобраться вот с этими крышками трамблеров. Тут явно будет непросто. Как я уже говорил, видел на фотографиях, они раздолбанные у всех. У профессионалов, у непрофессионалов, плевать. У всех они раздолбанные. В общем, буду с ними, наверное, мучиться. Но для начала нужно заканчивать все механические работы. Нашел я вот такой литничок. Вот здесь мы видим 6 неких механизмов с ручкой. Не знаю, что это. Рычаг для стравливания паров из цилиндров. Без понятия. Но они крепятся вот здесь. Вот есть дырочки в каждом цилиндре. И вот к ним надо их клеить и прокрашивать в два цвета. Я что буду делать? Я, наверное, сначала их буду снимать, приклеивать сразу на суперклей. И после чего прокрашивать. Дабы все это у меня не разваливалось. Почему я говорю, что мы явно в этой серии с движком не разберемся? Потому что еще есть несколько этапов. Мне нужно прокрасить медные бачки. И самое главное, там очень-очень много идет медной проволоки, которую надо будет крепить в разные места. Но, может быть, что-то из этого попробуем уже сегодня. Так, нету у меня ничего. Ножом я перережу, не? Ух ты! Нож не хочу я ломать. Вот, так что вот такая вот у нас вступительная часть. Есть над чем работать и над чем подумать в очередной раз.
поразмыслить, так что погнали. Итак, ребят, удалось мне вклеить эти штучки. Конечно, все получилось поганенько. Тут кисточкой теперь работать и работать. Кое-где отваливались клеммы. Я уже, знаете, о чем подумал? Если у меня не получится с клеммами где-то, потому что они продолжают отваливаться иногда, я просто проволочкой их сделаю. Конечно, в пластике они смотрятся круто, но, блин. Чуть пошевелил вот эту планку, у меня вот здесь одна отвалилась. Еле насадил ее на суперклей, в результате она раздолбанная. Но остается только надеяться, что вы этого не заметите. Ай, хрень, короче, жесточайшая. С мывкой хочется опять поработать, да боязно. Я, кстати, вот эти пружинки хочу с мывкой пройти, чтобы они были более темненькие. Они такие должны быть промасленные немножко. Ну и теперь к нашей трубке. Я уже одел одну черную. Эх, нашел вот такой проводок от подзарядки телефона. Ну, согласитесь, вот эта херня. Ой, извините. Если я это даже прокрашу, будет выглядеть оно не алло. Мне не нравится. Я их поснимаю и поставлю все черные. Вообще, конечно, эта конструкция слегка бесит. Почему нельзя было сделать цельной эту трубку вместе с пенечками для вклеивания и сделать какой-нибудь резиновый проводок потолще, чтобы его можно было насадить, спокойно на него одеть хомутики и все. Нет же ж, мы не ищем легких путей, называется. Ой, блин, ну вот Мефистофель. Весь такой. Весь. Постоянно вопросы. Я ж почему и так долго его собираю. Потому что над решением многих вопросов стоит 80 раз поразмыслить. И один раз потом уже делать. И то не факт, что у тебя получится. А еще те вещи, которые практически невозможно заметить сразу. Потому что по схеме, вот я же говорю, почему я вот эти вклеивал. А рычажки на цилиндры уже по проводке. Да потому что так идет в схеме. Я же не заглядывал дальше. Ну, в смысле, заглядывал, но просто этого не видел. Слушайте, потерял очередную трубку. Полез лазить под стол. Твою мать. Как я уже запарился лазить под столом. Я ее не вижу, братцы. Суко. Так. Что, придется опять дочку звать, чтобы помогала. Что делать? А вон она, ни хрена себе, укатилась. Ой. Так, у нас эти трубочки идут по 8 миллиметров. Почти попадают в размер, но я вам скажу, что эти тонкие, и, блин, они мне даже не нравятся. Ладно, тут не так легко ее будет отрезать, потому что там слишком много оплетки. Может быть, вот так у меня получится. Ага. Уберу лишнее. Сейчас одну попробую, вам покажу дальше. Опять сяду на долгие минут 40, час буду все это делать. Слишком много всяких мелочей надо решать. Например, эти волосики стальные удалять, чтобы они нигде не палились. Выдул их, прикиньте. Так, то есть мы что делаем? Мы берем, одеваем поплотнее. Ага. И одеваем сюда. Я, пожалуй, буду одевать теперь до конца, чтобы у меня не было вот этого утоньшения дурацкого. Еще надо следить за тем, чтобы пеньки ровно торчали, чтобы при вклейке потом проблем особо не было. Ну вот так. Смотрите, намного реалистичнее, мне кажется. После того, как я одену хомуты, будет смотреться прям красопетошно. И нахрена мне вот это вот красить все. Я уж молчу о том, что я все это нарезал, насадил. Ладно, братцы, займусь этим кропотливым трудом. Потом включимся снова. Ну что ж, немного времени у меня заняла эта процедура. Дура. Вот. Дальше декали. Но, ребята, вот здесь даны на декальке. Господи, какая она у меня уже вся пыльная. Надо пакетик для нее придумать. Декальки хомутиков. Но они выглядят настолько
настолько, что, ну не знаю, хотите, давайте попробуем. Я бы на самом деле применил здесь свой алюминиевый скотч, как я это делал на Вольфе. Вот нехорошо так лапать белые декали. Лучше их лапать вот так. И потом этот алюминиевый скотч можно, так же, как я уже надыбал на Мефистофеле технологию, покрыть смывочкой. Оно будет смотреться просто как такой замасленный хороший хомутик. В общем, я сейчас приклею одну декальку. Вот специально для вас проведу эксперимент. Одну декальку приклею, а на вторую нанесу алюминиевый скотч. Он у меня тут под боком. У меня теперь есть органайзер, все под боком. Так, вот с какой-нибудь такой более-менее ровной стороны вырезать. Во-первых, я бы сказал, что скотч удобнее. Ну, сейчас посмотрим, в принципе. Может быть, я ошибаюсь. Мне вот надо поаккуратнее работать, но я просто хочу сейчас попробовать. Чуть тоньше надо вырезать, согласен. Вот у нас получается, ну слишком он толстый, да. Вот такой хомутик получился. Надеюсь, вам видно. Теперь давайте то же самое сделаем, только с декали. Во-первых, у декали, да, тут прям офигеть подложка, которую будет видно при крупном фотографировании. Во-вторых, сдается мне, что они очень длинные. Ну, так выглядит декаль. Ну, что вам сказать? Не знаю, смотрите сами. Думайте сами, решайте сами. Но я однозначно за алюминиевый скотч, потому что он будет смотреться живым, настоящим. А вот эта декаль, она может быть издалека, если я там отойду на 10 метров, сделаю зум и сфоткаю, будет смотреться как-то более, ну, только из-за этой черной точки, там, реалистичнее, но, не знаю, сблизи выглядит как говно. Можно я ее сразу сниму и выкину? Не буду я использовать эти декали. Я знаю, что продаются хомуты и на 12 масштаб, но там цена, как бы с ними надо тоже уметь работать, да и я не уверен, что они дают именно тот результат, который нужен. Да хотя ладно, что, тупо цена, ребят. Не хочу покупать эти допы там за 2-3 тысячи, чтобы потом еще 2 недели сидеть эти хомутики там собирать. Вот у меня получаются хорошие алюминиевые хомуты. Хотите, я вам прям сразу покажу. Не уверен, что здесь это прям так необходимо, но попробую, чтобы уже сразу изучить все. Вот. Вот. Я его покрыл смывкой. И он начал смотреться просто как настоящий, на настоящей машине. Ну супер же, супер, смотреться будет здорово. Все, поэтому я буду применять, наверное, алюминиевый скотч. И для начала, наверное, все-таки приклею или уже сделать эти хомуты. Потом я, конечно, замучаюсь на двигателе их делать. Ладно, соберу хомуты, потом буду уже мучиться как-то вклеивать эту деталь непосредственно на двигатель. Так, мои золотые. Вчера вот такой настрой был поработать, но потом столкнулся с очередной проблемой и бросил все. Приклеил я эту трубу. Не очень она хотела входить, не очень ровненько, но я думаю, что это будет незаметно за общей мишурой. Тут еще хомутики одеть надо. Ну, в целом, меня устраивает то, что получается. Единственное, я, конечно, поспешил или протупорезил. Вот сюда же надо будет еще как-то вклеивать эти трамблеры. Надо будет прокрасить вот эти вот рычажки. Ладно, что-то ж. Я вновь начинаю уставать от Мефистофеля. Это меня не радует. Значит, что касается этих трамблеров. Полная жопа, ребят. Я вот отрезал вчера вот такую трубочку. Здесь идет много нитей медных. Значит, первое, что я понял, что половину этих нитей надо отрезать. Потому что слишком толстое получается концовище. И тут 6 их надо соединить в одну. В общем, я понимаю, почему раздолбанные крышки трамблеров у всех. Вот они, штуковины, на которые все это насаживается. Есть, выглядят они ужасно с внешней стороны, но куда деваться. А здесь почему-то продетализированы так хорошочка. Может, они не сюда деваются, посмотрим. Короче, на них надо наматывать вот эту проволоку и
потом все шесть вклеивать в крышку трамблера и выносить. Я тут подсоединял еще немножко деталек. Не знаю, откуда они, но, наверное, нужны. В общем, я что хочу сделать? У меня тут небольшой отпуск намечается. Я не буду, наверное, возиться с трамблерами. Хотя посмотрю, еще неделю впереди, что я хочу сделать. Я хочу надсоединять побольше деталей, где надо их прокрашивать, потихонечку прокрасить кисточкой. И трамблеры надо сначала покрасить в оранжевый, потом уже начинать с ними работать. В общем, давайте так, на этом серию сегодняшнюю закончим. Вы уж извиняйте, что так кратенько получилось, но не хочу торопиться, потому что тут надо очень-очень и очень много размышлять каждый раз. Я посижу еще подумаю, когда будет настроение. Уж Мефистофель такая модель, что с ней надо работать только под настроение, иначе соберете какаху. На всех рычагах жутчайший облой, швы. Ну, благо, все это немножко лечится ножом, наждачкой. Так вот я о чем. Я сейчас еще посижу, пораскидываю детальки. Если будет что-то интересное, я вам обязательно покажу. О, еще один проводок у меня отвалился. Вот сочара. Ладно, изнасиловал Мефистофель. Вот видите, снял две серии буквально про двигатели, и уже просто сил нет с ним работать дальше. Надо сделать перерыв. Но это не значит, что серии будут появляться там теперь осенью. Отдохну немножко и с новыми силами приступлю к работе. Ставьте там лайки, подписывайтесь на канал, у нас уже почти 1000, а может быть, когда выйдет ролик, уже и 1000 будет. Моделируйте так, чтобы делать все с вдохновением и не уставать от своих моделей. Давайте до встречи, пока.